Друзья, всех приветствую из города-курорта Сочи. Сегодня у нас с вами 30 сентября, и я сейчас нахожусь на пляже Альбатрос. Альбатрос пляж находится в микрорайоне Новой Сочи. Справа от меня здесь находится, как раз таки за забором, находится резиденция Борчаров Ручей. И рядом находится, чтобы вы понимали, где это, санаторий Беларусь, санаторий Русь. И этот пляж находится на улице Политехническая, дом 66, как ориентир. Можете забивать и сюда приезжать. Я сейчас пойду прогуляюсь с вами по пляжу, пройдемся, посмотрим, что есть на пляже, чего нет на этом пляже. Пляж, конечно, пользуется большой популярностью у жителей микрорайона Новый Сочи, потому что, по сути, им либо здесь отдыхать, либо на пляже Светлячок. Это муниципальный пляж, вход бесплатный, но услуги платные на данном пляже и на пляже Светлячок. Либо ходить на пляж Кукуруза, потом что Мамайский, Русалочка, то есть вот в ту сторону, именно уже в микрорайон Мамайка. Либо уже на пляж Радугу, который я снимала. Так, давайте мы с вами сейчас пройдем до воды, до нашего прекрасного Черного моря. Я вот сижу сейчас вот на такой ракушечке. И мы сейчас с вами пройдем, и я вам все покажу. Давайте пройдем до водички, замерим, вообще узнаем, какая у нас температура воды сейчас. Завтра у нас уже 1 октября, и завтра уже начнется второй месяц осени, но бархатный сезон продолжается. Итак, друзья, смотрите, вот он, то место, где мы остановились. Очень много, на самом деле, людей. Сегодня суббота. Так, температура воздуха вообще, я смотрела по прогнозу, плюс 25. В машине у меня показывало плюс 28, а мой термометр, который я взяла, он показывает, так, сколько он у меня показывает, 29, 28, ну вот где-то, наверное, так и есть, 28 градусов. Сразу же давайте я вам покажу вот эти вот шезлонги, которые здесь есть. Эти, конечно, шезлонги более такие, знаете, навороченные, потому что они идут более такой формой интересной. У него есть столики и есть зонт. Чуть-чуть подальше, там, конечно, шезлонги такие просто обыкновенные, пластиковые, и они без матраса. Давайте сразу замерим температуру. Пляж у нас такой галечно-песочный. Хороший здесь такой мелкий-мелкий песочек. Мелкая галька, я бы даже сказала. Ну, морешко у нас, конечно, чистое сегодня, но немножко волнительное, знаете. Но сами посмотрите, какой прекрасный заход в море. Просто песочек. Серый, обыкновенный. Ну, мелкая-мелкая такая галечка. О, как вода освежает сразу же. Вода, конечно, чистенькая. Все, давайте замеряем с вами. Подождем сейчас буквально несколько секунд. О, уже 24. Слушайте, вчера было 25. Я замеряла на пляже Зеленая Роща. Было 25, сейчас уже 24. Бархатный сезон, он на то и бархатный, да? В общем, 24,4 температура воздуха. Все. Ни больше, ни меньше. 24,4. Хорошая, красивая цифра. Ну, а вода, конечно, прекрасная. Прекрасная, чистая водичка. Ну и водичка сама по себе, она очень даже освежает. Итак, ну что, друзья, давайте с вами пройдемся, прогуляемся по пляжу. Я вам покажу вообще, что здесь есть и чего здесь нет. Покажу вам цены, покажу цены в столовых, покажу цены там на всякие типа закуски, всякие там перекусы, чебуреки и все остальное. Но количество людей вы сами, да, видите, какое, несмотря на то, что завтра будет уже октябрь. Так, сейчас я возьму. Можно я возьму, Дим? Да, это мой, мама. Да? Моя. Пошел, переоделся, и все, как бы уже заряд. Кстати, вы можете расположиться и на шезлонгах,
Можете расположиться просто вот на песочке, на галечке. Вам никто вообще слова и не скажет. Так, нам бы узнать, сколько стоит шезлонг. Я так понимаю, то, что здесь вот цена за комплект. А здесь, видите, сразу уже идут такие пластиковые шезлонги. Сейчас поднимемся наверх. Здесь вот сразу есть такой вот душ, где можно помыть ноги. А здесь, видите, я сейчас подойду к паспорту объекта. Здесь строят такую парковую зону. Когда это все будет готово, будет на самом деле очень круто, потому что люди сразу с парка могут прийти на набережную, либо с набережной сразу в парк. Вот, смотрите, ее начали его реконструировать, получается, в июне 2023 года, окончание июнь 2024. И будет вот такой вот парк. Вот у нас получается вот эта вот набережная, где мы сейчас находимся, набережная Альбатрос. И вот она, улица Политехническая, откуда я заходила и пошла вот так по набережной. Я сейчас нахожусь вот здесь. А буквально... Так, я вам, наверное, не покажу, да? Да, я вам не покажу. В общем, вот в этом вот, вот смотрите. Вот оно, видите, зеленое здание? В этом здании продается недвижимость сейчас по 3,5 миллиона за 1 квадратный метр. Можете себе представить, да, эту цифру? Это, конечно, что-то с чем-то. Там тоже пляж, но он уже... Это частный пляж, насколько я поняла. Это санатория Беларусь, скорее всего. Сейчас посмотрим, что там у нас. Так, вам видно что-нибудь? Потом посмотрим, да? Что там у нас находится. Все, вот он пляж. Давайте с вами прогуляемся. Прям по набережной. Кстати, по набережной очень много таких вот... Хоть пляж, он и не центральный. Так, мне надо помыть ноги. Пляж хоть и не является центральным, он пользуется большой популярностью. И на нем есть такие вот скамеечки, есть такие небольшие, я сейчас пройду, там такие столики прямо на набережной и стульчики. Итак, смотрите, друзья, пляж Альбатрос, прокат пляжного инвентаря, шезлонг и зонт 300 рублей. Комплект VIP, шезлонг, матрас, зонт и столик 700 рублей. Это вообще очень круто на самом деле. Это очень хорошая цена. Вот эта вот цена самая вот дешевая на шезлонг и зонт. Обычно шезлонг только стоит 500 рублей. Абонемент даже можно приобрести вот на 7 дней, на одно лицо 1700 всего лишь. Всего лишь, да. Несмотря на то, что на пляже, например, Приморский 1, я сейчас спущусь обратно, ножки помою, на пляже Приморский 1, там вообще летом было 649 рублей. В общем, 690 рублей за 1 час, представляете? Даже есть такие вот пальмочки. Посмотрите, какой прекрасный берег. Вообще очень классный. А вода, конечно, вообще супер крутая. Друзья, смотрите, кого я здесь поймала. Беленькую красивую кошечку. Ты кошечка? Ой, ты как трешься, да? Любит людей, не боится. Видимо, это местная здесь кошечка. Так, сейчас я, друзья, надеваю свои босоножки. Все. Вот какая кошечка хорошенькая. Загорает здесь на пляже в Сочи. Кошечки тоже любят Сочи, да? Ты любишь Сочи? Любишь, да, Сочи? Ну все. Все, оставайся здесь, я скоро вернусь. Давайте я покажу. Сразу слева у нас здесь такие вот переодевалочки. И сразу здесь есть такие спортивные снаряды. Также слева есть детская площадка, но она в данный момент она сейчас закрыта. Сразу же рыбки могут покусать вам ножки. 10 минут 300 рублей, 30 минут 600 рублей. Ну их тут что-то тут совсем уж мало. Закрыто все, видите? И сразу такие вот есть даже шезлонги деревянные. Так. Тут есть вот такое вот зеркальце.
зеркальце, все, посмотрели на себя, привели себя в порядок, и все. И можно идти дальше. Кстати, здесь точно так же, как, в принципе, и на большинстве пляжей города Сочи, здесь есть вот такие пирсы, волнорезы. Конечно, без этого вообще никак. И вот снова пирс, видите? Так, все, идем дальше. Снова справа от нас здесь передевалка. Здесь можно спуститься на это пляжное полотно. Оно точно такое же, как и то, поэтому без разницы. Продают горячую кукурузу, можно купить пивка, здесь присесть, либо просто водички купить, мороженое, посидеть с прекрасным видом. Можно посидеть, смотрите. Опа! И вот так вот присесть и сидеть, любоваться морешком. Вот это вот, конечно, мне очень даже нравится. Так, здесь у нас, кстати, массаж. На пляже можно сразу же сделать массаж. Все тело 2400, спина или ноги 1200. Вот, пожалуйста. Здесь вот у нас есть такие вот скамеечки. Тоже можно посидеть. И здесь уже такие столики со стульчиками. И здесь небольшой такой вот, небольшое кафе под названием «Альбатрос». Оно, в принципе, одно такое вот, единственное большое. И сразу же вот столовая. Сейчас я вам покажу, какие здесь цены. Горячие, так, закуски. Яичница 390, яичница 360, хот-доги 240, пиво 200 рублей. Но мы, кстати, когда в ту сторону шли, у меня супруг покупал за 150 рублей пиво. И вот сразу же здесь есть вот такая вот столовая. Посмотрите, прямо на пляже можно... Море еды называется. Столовая, салаты, супы, горячие закуски. Салаты от 100 рублей, супы от 130 рублей. Вот салаты витаминные, греческий крабовый, супы, окрошка на квасе, суп лапша по-домашнему, закуски, бутерброд со шпротами. Ассорти, так, трех видов салата, соленья, гарниры, паста в ассортименте, картофель. В общем, как бы столовая, но и больше как-то не столовая. Вот столовая, в моем понимании, это когда там пюрешка, гречечка, там, что там, не знаю, булгур, в конце концов. Здесь еще одна, такой вот, еще один пирс. Получается, у нас там раз, два, три, четыре. Четыре, вот, получается, таких вот пляжных полотна. И сразу же, вот он, выход. На выходе мужской, женский туалет, медпункт, конечно же. Им здесь есть и спасатели на пляже. Вот, даже полиция у нас здесь есть. Снова еще одна передевалка. И здесь уже вот, посмотрите, какое огромное количество людей. Несмотря на то, что завтра уже октябрь, а людей на пляже очень даже много. Давайте я сейчас выйду с пляжа, чтобы вы понимали, где у нас и что находится. Пляж, как и все пляжи в городе Сочи, работают с 8 утра до 8 вечера. Ну, в общем, пляж такой, знаете, протяженность пляжного полотна где-то 500 метров. Сразу же здесь квас продают. Кстати, квасика можно было бы попить. Вот, все, это улица Политехническая. Давайте я немножко пройду. И сразу же здесь, вот видите, ворота. Это вот ворота санатория «Русь». А еще я вам хочу сейчас показать, если сейчас повезет, но, скорее всего, не повезет. Здесь, значит, курсирует такой автомобиль. Они такие, знаете, с ветерком открытые такие автомобильчики. О, вон он едет как раз-таки. Повезло все-таки. Прям все в руку идет мне. Такие автомобильчики, которые могут вас прям от пляжа довести до улицы Виноградная. По-моему, стоит 50 рублей с человека. И вот как раз-таки вы с пляжа выходите. Вот выходите с пляжа. Здесь ворота санатория «Русь». Это все тоже забор санатория «Русь». И вот люди стоят, ждут, когда за ними приедет вот этот вот автомобиль. Вот он. Видите, такой вот он без окон, без дверей. Просто вот такой вот курсирует такое такси. И кто угодно, пожалуйста, вы можете свободно на нем доехать. Так, все, вот он разворачивается. Сейчас люди туда присядут, и все, и они поедут.
дорогие друзья, я ухожу сейчас с пляжа Альбатрос. Пляж прощается с нами и с вами. И, пожалуйста, если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Все, всем пока-пока.